21 марта в городе Ивангороде произошел наезд на пешехода. Как стало известно информационному порталу городкингисепп.рф, примерно около 8:00 на улице Пасторова, вне пешеходного перехода с телесными повреждениями средней тяжести, была госпитализирована пожилая женщина. Как пояснил водитель, совершивший наезд на пешехода, он видел со стороны парусинки. Напротив автобусной остановки стоял автомобиль, из-за которого внезапно вышла пожилая женщина, и он не успел среагировать, хотя скорость, по его словам, была небольшая, примерно около 40 км. Данное ДТП произошло напротив Ивангородской больницы. Медики прибыли на данное происшествие незамедлительно и доставили пострадавшую в Кингисеппскую больницу. Также на место наезда на пешехода прибыли сотрудники Кингисеппского ОГИБДД, которые определят вину каждого из участников данного несчастного случая. Но хочется отметить, что гражданка была сбита недалеко от пешеходного перехода, и, возможно, ее спешка и привела к несчастному случаю. Возможно, если бы данная гражданка выполнила предписанные правила дорожного движения и переходила через пешеходный переход, то данного случая не было бы в сводках ОГИБДД. Уважаемые граждане, если вы вышли из дома и двигаетесь по городу, вы являетесь участником дорожного движения и обязаны соблюдать все правила, чтобы избежать ненужного травматизма, а возможно и лишиться жизни. Будьте предельно внимательны на дороге.